Здравствуйте, телезрители. Сегодня мы будем проходить опционального босса, если мы, конечно, до него сегодня дойдем. Всем здорово. Как получится. Ну, а сейчас... Поздоровался мне, не даешь бы. Так, ладно. Все, поехали. А я здесь, короче, знак оставил. Опять здесь метель, блин. Чувствую, что ни хрена я тут не увижу. Не, я прям перед громом поставил. А ты колечко. Не скажешь колечко. Мне, о, не скажешь мне, а где здесь именно кольцо, которое человеком делают? Нет, 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 где именно здесь знаки можно получить? Ага, вот, все, уже нашел. Упало. Все, 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 я пришел сюда. Все, ищу твой знак. Да прям перед гробом. Не-не-не, тут не перед гроб, тут специальный круг есть для этого дела. А, ну ладно, сейчас там поставлю. Тут специальные вот эти вот надгробия стоят. На них нужно знак ставить. Окей. Блин, на них нельзя ставить. Нельзя? Что за херня? А, вот теперь можно. Да? Вот, я могу. Да, я тоже могу. А, вот, я вижу твой знак. Да. Знак невозможен, знак пропал. Потому что я его переставил, блин. Я понял. Ты поставил его там, а потом решил здесь, да? Оно его автоматически перенесло сюда. Вот эта штука с перенесением знаков очень классная. Да, вообще. Ты точно знаешь, что здесь будет знак. Наверное. Да, мы с тобой намучаемся. Ты знаешь вообще, куда идти надо? Я знаю, да. Хорошо. За мной пойдешь, короче. Я знаю, здесь есть дома. Блин, знак пропал. Да я его только сейчас переставил. Зачем? Думал, не видно его. Так я ж только что сказал тебе, о, знак. Я раньше переставил. Все, не трогай его, пожалуйста. Окей. Ебаные знаки. Есть так, не переставляй. Давай, призывай. Занимаемся черти чем. Ну это же диетизм какой-то. Херней вообще. Угу. Просто не идет. О, неужели? В самом деле. Оцени мой новый хер. Наши жопы заболели. Да, знаю этот. Угу, знаю этот доспех, он классный. Угорает вообще. Так, ладно. Что, подготавливаем? Сейчас буря сотихнет, не знаю, куда идти, сука, блять. Тихо. Материться нужно осторожненько. А чё в такой ситуации? Ничего не видно. Ну, да, понятное дело, это такое DLC. О! Так, подожди. Вон туда. Вон, да, вот туда, по-моему. Так, осторожно, здесь сейчас эти пойдут. Вот прям сейчас пойдут. Вот прям сейчас, отвечаю. Или нет? Не слышу. Сейчас пройдут. Их слышно. Здесь у нас... Ништяк, по-моему.
Да, сушеный корень здесь. Сейчас обзор появится. Вот да, еще кусочек. Блин. Чекай, помиры. Так, куда? Вон туда аж, да? Вот сейчас здесь точно появится. Я вижу, не мертвецов вижу. Он там ништяк лежит. Так что к ништяку и... идем? Да, идем. Да, вижу ништяк. О, и слышь, ой, 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 ой. Сзади, опа! Блять. Так, я хилюсь. Окей. Это рассекающий нож. Все? Да, нормально. Так, ждем тут. Да идти, хер пойми. Я примерно знаю, куда нужно идти, но лучше пока подождать. Во! Идем! Да. Оставь безобидного в покое. Не убивай. Сейчас он бэкстеп нам выпишет. По 3000 урона. Вот тут будет уже интересно, потому что здесь точно есть мобы в этом замке. Тут еще этот, как ключ. Просто, блядь. Еще один. Опа! Ой. Я два раза посилился. Блин. Я его застанил. Молодец. Если бы не застанил, ты бы, наверное... Наверное, да. Но я два раза похилился, поэтому... Так, о! А, скажи, не видно вообще, ни хрена. Да, вообще, на 3 метра вперед ничего. Так, висите, чуваки. Так, тут фароса можно вставить. А, подожди, так он нам не нужен, не да? Надо, не-не-не-не-не. Я надо. Вижу, вижу, вижу. Он за дорогой просто регенерирует. Если бы он убирал погоду. Слишком читерно было бы. Не. Блин. Стой, 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 стой. Не уходим, не уходим. Ты тут пока вот, там. Тут возле стенок ничего нету? Ништяков здесь нету возле стен? Не-не, там нет. Так, смотрим нет. Куда? Вот туда, да? Вон. Да, туда. Ой, жесть, ой, жесть. Там сейчас еще. А с левой, с правой стороны, видишь, фантом стоит? Да, 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 да. Вот его туда не ходить. Слышу. Так, идет. Вот. Бля, тут еще этот. Есть. Нормально. Стоим. Стоим, стоим. Примерно туда, наверное. Сейчас посмотрим. А, туда. Да, вот туда. Ништяк забери. Ага, давай. Вот я прям прямо туда иду. Прям прямо, прям прямо. Опа. Еще один. Вот. Бля. Ничего не видно, блин. Так, смотрим. Нет, еще не смотрим. Ничего не видно. Угу. Где? 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 О! Потом, вот. Еще один. И смотри, и сразу идем. О, он там еще один стоит, я видел, да? Да-да, фантом. С него падает его оружие, да. Что там за оружие? Алебарда этого, мастодонта. Да ну. Да. Ну, в смысле, оно не надо. Ой-ой-ой-ой. Так. Здесь ништячок лежит. Наверху? Да, там. Человеческая фигурка. Да. Так, все, отлично. Стой, 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 стой. Ты куда побежал? Там кольцо лежит, которое делает тебя человеком. Да, я помню. Прямо тут, прямо? Сейчас я забыл, по-моему, сейчас, подожди. Буря там пойдет. Обрыв должен быть. Там сейчас два сразу появятся. Да, тогда я зачаруюсь. Да, заранее, заранее это делаю.
Или даже три, я вообще забыл. Там сейчас полная жопа будет. Нормально, нормально. Так, нет, прямо, да? А, вот тут... А, это твои следы. Вон туда, куда-то. Ой, сколько тут народу померло, ё-моё. Так. Опа, я слышу. Слышу. Опа, нашел одного. Ага, давай. Ой. Ёба. Блин. Давай. Да твою. Я в дерьме. Убил. Где ты? Еще один. Иду к тебе. Бля. Ай. Так, есть. Лечимся. Нам сюда, да, на обрыв. А, вон, я вижу да. Труп. Я вижу труп. Вот там кольцо лежит. Да, давай. Там, осторожно, не упади там. Полный пиздец. Полный капец творится. Вот, забирай. Готово. Молодец. Взял. А тут что-то есть? Там босс, да. А, нет, подожди, нет. Вот здесь? Назад, там тупик. Тут тупик? Опа. Там ничего нету, да. Давай. Да, нормально. Да, здесь тупик. Надо вон там спускаться. А, я понял. Блин, и вот на этом боссе мы точно умрем. Думаешь? Нас же двое. Их тоже двое. И они побольше нас будут. Опа, лошадка. Что там с Осло-Скайпом происходит? Нормально, все хорошо. Сейчас, подожди. О, что-то выпало. Старый лучистый самоцвет. Здесь можно упасть, подожди. Ой, спасибо. А нет, здесь нельзя упасть. А, да, вот здесь можно упасть. Сейчас, подожди, сразу не обходи. Я да, оружие заменю. У меня что-то в скайпе там какие-то звуки происходят. Не, нормально. Сейчас, подожди, я проверю. Понял. Непонятный херня опять. Ах, как думаешь, какое кольцо лучше здесь одеть? Стальной защиты. Да вот хотя я тоже не... так подумал. Не знаю, я рапиру возьму. Может просто на ХП? Ну давай попробуем. Я, наверное, все-таки. Тебе ХП у меня достаточно. Я знаешь, что возьму? Кольцо. Ты б красное взял, наверное. Ага, чтоб на меня. Я не хочу этого. Не хочешь? Хули. Все, давай. Так, ну ладно, кольцо защиты, раз кольцо защиты. Так, это у меня дело есть. Бафаемся. Тоже баф. Приходи, я там забафаю. Ну ладно, давай. Угу. Мне просто через 30 секунд пойдет. Давай быстрее. Так у меня что же? Я у тебя чуть подольше. Ого-го. Да, надо вспоминать тайминги, надо тайминги вспоминать. Так, стоп. На кого? На меня. По-моему, вторая. Нет? Да. Вторая сидит еще. Сейчас встанет. Вот, уже становится. Ой. Блин, мне ХП вообще мало. Так, давай. На меня прилетело. На меня оба агресса, сука, блядь. Надо сначала первую убить. Это знаю я. О, на тебя. Отлично. Не обращай внимания на вторую. Сейчас. Убей первую. Так будет легче гораздо. Блин.
О! На меня, на меня. Не, я боюсь, что ничего не будет. Да зараза, ну. На меня давай. Ой-ой-ой, нет, 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 нет! А, подожди-ка. На меня, блядь! Да ё-моё! Да вот это реально хард. Не какой-то там король, блин. Блин, у меня закончился эстус. У меня сейчас жизнь закончится, я понял. Ой-ой-ой! Живи, братан! Не получится. Надо было все-таки поставить. Живи! Я поставлю большие камушки. Давай! Нет, 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 нет. Убей ее, у нее мало хп, давай. Сейчас. Отлично, все. Убил, да? Молодец. Да, убил. Так, мне нужно бафнуться. Она на меня. Блин, зараза! Дерьмо. Так, я лечусь. Все, бафаюсь. Ой, зря. Нормально, нормально, нормально. Ладно. Блин. Бей её. На меня. Ой-ой-ой, тихо. Блин, снова схватил сразу. Урона мало вообще. Ну это хорошо. Это потому что New Game обычно. Я имею в виду, я имею мало урона на нас. Да, на тебя. Yes! Не. Ой! Сейчас будет баф, баф. Так что делаем с бафом? Это она баф. Да я знаю, знаю. Я знаю про баф. Давай, она на мне. Ох ты, ё-моё. Я постараюсь выжить. Должен затащить, по идее. Давай. Ой-ой-ой. На меня, давай. Осторожно. Надо бафнуться. Блин, реген идет дикий вообще. А, да, она же регенится, точно. На меня. На меня. Да давай. Все, баф пропал. Бьем. Да, блин, я не попадаю. Давай, давай, давай. Есть! С первого раза. С первого раза, да. За твое здоровье. За твое. Слушай, молодцы мы вообще. Да вообще. Тебе будем убивать? Блин, только об этом и думал. Мне же еще надо убить. Так будем? Или нет? Будем. Будем. Так, тут по идее должен быть тоже выход такой. А, вот он, да, я вижу его. Специальный сейчас, выход. Подожди, я в маржолу бегал. Маржолу? В маржолу, да. Да, вот он выход. Красота. Что тут написано? Получилось. Просто слезы на радость. Люди пишут, слезы на радость. Да, 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 да. Получилось. Типа слезы от сложности, да. Или слезы от радости. Сейчас. Мне просто скайп лагает. Не могу сразу ответить. Угу. Ну, короче, там спокойной ночи, да.
няшка. Сейчас, подожди, я сейчас я напишу хуй. Угу. Не, я не, я не тебе даю. Так, я тоже в Маджулу пойду, все-таки куплю еще обычных камушков. Но как-то у меня их мало. Мало. И пойду посмотрю все-таки, чем у меня качается мой доспех. Неужели все-таки мерцающим? Не хотелось бы. Да, мерцающим. Я же говорил. О, так, подожди-ка, а этот... О, этот осколком. Я вот думаю по поводу мантии северного проводника. Может, я в ней буду бегать. Так, где этот смайл находится? Вот он, да. Раз такое дело... Доспех Кейла мне не очень нравится. Так... Сейчас что-то найдем. Должны. Здрасте. Босс, изи. Или может сразу одеться в доспех короля. Не знаю. Перегруз. Перегруз. У меня перегруз. А все потому, что Муракума весит 12 килограмм. Доспех короля был бы классным вообще. Может, на ноги что-то простое одеть. Да и перегруза нету. Сейчас посмотрим. Так. Цветочную юбку, конечно. Да, я помню, я надел. А, кстати, давай, чё, я её сейчас надену. Запикаплю этих собачек. Вообще не смотрится сразу. Трико правосудия? Не. Трико прям так и называется? Трико правосудия, да. Так, подожди-ка, у меня тут были пускай всякие. Дай... Штаны Целдоры. Не, реально? Штаны. Да? Трико. Трико. Трико, трико. Так, юбка жрицы. Не, юбка жрицы. Не, я прям как Максим Галкин. Не, я честно грустно. Очень грустно. Очень сильный насморк. Не, мне реально как грустно. О, кстати, а так смотрится сапоги странника. Так можно. Может Рико. Так? Трико, путешественник. Юбка львиного мага. Юбка. Не, у меня есть одна идея. Можно использовать юбку этого. Юбку костяного короля. Наверное. Но так оно сейчас вот оно смотрится. Просто так мне... называется? Юбка костяного короля? Ну, по-моему, так. Да. Ну, реально, юбка. Костяная юбка, блин. Угу. Я просто сейчас думаю, может, если я... Я по-любому буду на 200 уровне носить сет короля. Ага. Так толку мне сейчас апгрейдить любой другой сет, если у меня есть вот этот сет, который замечательную защиту дает, и я в повесу помещаюсь. Да. К сожалению, в поножи я не помещаюсь. Блин, а где черный сет? Мне должен был быть черные штаны. Может, я их сюда положил? Нет. Или я его не получил на этом прохождении. Я, наверное, его на этом прохождении
Не получил. Да стопудово не получил. Ты же у нас... Постоянно так поддакиваешь плотину, честно говоря. А то. А то. Помню я, как ты там, блин. Дракон. На дракона пошел. Баф делает. А у я так он делал, он баф делает. Так, я вмещаюсь, если я одеваю кольцо солдата короля. Но это значит, что я буду быстро ломать оружие. Но это не страшно. Нью-лан. Угу. Чё там? Угу. Так, ладно. Я сохраняю быстрые перекаты. Чё там, одел свою юбку? Ну да. У меня плечо через щит проникает в этом доспехе. Зараза. Ну я вписываюсь сейчас, я вписываюсь по весу, когда у меня есть это кольцо. Да, ты вписываешься. Пирожок, что с тобой случилось? Да все нормально, просто. Просто чай сегодня горький. Мы с тобой будем проходить тебе DLC? Ну, вот эту вторую часть. Да? Так, давай, идем. Сейчас, погоди. Идем. Я заточу свою броню. Ну что там, юбки точишь, смешно же. Ну это обычное дело, когда ты играешь в Dark Souls. Да. Конечно. Где? Так, по сути, да. Лёха? Где-то что? А, вот. Блядь. Тихо. А ты запись остановил же, да? Нет, сейчас запись идет. А, ну ладно, ладно тогда. Остановить? Да не. Бля, так. Так, это бестолку улучшать. Оно ничего не дает. Где мои рукавички? Рукавички, трикошки и юбки. Сейчас, я просто хочу посмотреть на... Да, удлиненное видео получится. Да ладно. А, вот. Удлиненное, вот. Да? Да. Я вот все думаю, как мы пройдем этих псов. Ну, только что прошли. Еле как. Ну да, это нормально. Обычное дело. Там столько раз на грани был. Лоу ХП. Обычное дело. Обычное дело, да. Наверное, там чит включили. У тебя чит? Не, мне показалось, что там это, напудрил что-то. Повезло нам вообще нереально. С первого раза слов, да ладно. Даже Эл парился долго. Ну, так он же, мы что, его с тобой вдвоем? Все равно. Нам повезло. Я был несколько раз на грани. Но нам повезло. Ты на грани, они потом все на меня на грани. Ты на грани, опять все на меня. Я на грани, на тебя. Добрые псы. Так, сколько у меня поезда? 32 поезда. О, это уже хорошо. Все, я готов. Можем идти.
Я готов, а ты готов? Сейчас, подожди, я РК тут. Кстати, можно сожрать гриб Элизабет перед боссом. Да во время босса прям можно. Точно, я как последний возьму, наверное. Гриб Элизабет. Угу. Хорошая вещь. Угу. Надо бы пойти к Вендрику. Короны сделать. А хотя толку, да, их делать. Потому что мы все равно перейдем на New Game Plus. Ну, я перейду. Что делать? Короны, чтобы они давали бесконечную человечность. А, ну да, да, смотрим. Она же у тебя пропадет. Так, ладно, пока ты там что делаешь, я все-таки пойду сделаю. Корону? Угу. Я тоже тогда пойду корону сделаю. Ты король. Ты пропадаешь немножечко. А то у меня просто... Ну, опять-то. Угу. Угу. Говно у меня комп, вот что. Я постоянно бегаю под эффектом фигурки. Постоянно. Я тоже, да. Помогает. Так нет. Дело в том, что я его не делаю. Он сам... У меня тоже, да, это баг. Баг, который не лечится. Придется этих всех убить. Можно, конечно, просто пробежать. Так я их и пробегаю. Но пирожок не ищет легких путей. Он просто сейчас будет всех парировать. Давай, идет. Mm-hmm. По-моему, это очень плохая идея, если. Вот и все. Така-така-така-така-така-там-така-така-така-така-така. О, это музыка. Боже, это арена для Вендрика, она просто... Она так давит. Знаешь, на создание. Да, включить Бенни Хилла, короче. И вот посмотреть, как я их парирую вообще. Ну шо, Вендрик, мы с тобой не разговаривали еще первый раз. Даже первый раз. Помню я, как ты с ним сражался. Раз три, наверное, слился там. По-моему, три раза, да. Да, ты слился. Я там тебя ждал. Вообще прикольно. А смотри, он легкий же. Сложность в соло. У него просто мощные длинные атаки. Вот и комбо. Когда он бьет 2-3 комбо, потом хоп и четвертый удар, который ты не ожидал. Да, да, да. Еще удар сверху, ваншот. Да. Любая броня вообще. По 2000 хп сносит, по-моему. Вообще жесткий парень. Seeker of fire, conqueror of dark. I too sought fire once. Так, ладно. With fire, they say, a true king can harness the curse. A lie, but I knew no better. Кто теперь был смысл жить? Белый бы всех убить. Пойди, да мы не справим мне. Решим, что он никто одни. Так, ладно. Да что ж... Неужели парировал? Да неужели? Да неужели второй раз? Нифига себе. Даблкилл. А ты с кольцом, на который души поглощает, бегал? Ну, сейчас. Соответственно, постоянно. Красавчик. Никаких душ. Никаких. Даже не спрашивай про меня. А ты что, все это время бегал без кольца?
Ага. Молодец. Зато у меня 173 уровень. Да ты серьезно? А хотя бы подожди, повышай, повышай. Я на New Game Plus буду 200-м. Ага. Так ладно, я к Авендерку наконец. О, пошло видео. Пробуждение короны. Не, про, не пропускай, эпично. Да-да-да. Правда, эффект, я бы сказал, такой говновый. Да, анимации не очень. Остальное... Он меня выкинул? Да, он либо там больше не будет. От древних корон исходит тепло. А, все, то есть его уже нельзя, да? Да, все. А я с ним болтаю. Ну вообще его так жалко, да? Подумать-то. По памяти сидит такой. Его даже убивать. Как опциональный босс правильно сделаем. У кого мозги есть. Кстати, у него же меч лежит, да? Вот перед ним, да? Ну да, в воспоминаниях, да. Я вот по нему ходить не могу. Ну, такое. Еще такой звук, блин. Такой. Кстати, у него что, головы нету? У него? Вот он будет. Сейчас он лежит, и вообще похоже, что у него головы нету. Не знаю. Интересно, на него вообще залезть можно? Насчет этого не знаю, я не буду глумиться над трупом, но... Странно выглядит. Честно, да, все себе бы такой большой доспех. Отдельно руки, отдельно ноги. Он тут как свален, понимаешь? Он тут. Ты же весь тут положил и начал его охранять. И запечатал. А, это его вещи, это не он сам, да? Да, это весь. Это его доспех. Сохранил его вещи. А я в его доспехе полностью. Ну, частично. Частично полностью. Все, у меня заставка пошла. Шлем Хавелла, орудие. Угу. Прикольно. Такой еще головой. Угу. Жалко, что, конечно, вот этих заставок очень мало. Да. В следующей части обещают больше заставок. Остальное приложится. Пепень туман. И исчезает. Нет, не покидай меня. Блин. И на этом все закончилось. Подожди, конечно, конец. А кто слышал, молодец. А если ты не расслышал, то все, да, все, что он сказал. То проходи New Game Plus. Да. Да, с болью и все такое. Где мы сейчас с тобой встретимся? Там же, где я, знаю, поставлял, только ты его. Все, я там иду туда. Видение, отчаяние может помочь удобству. Бедная душа. Так ладно, все, возвращаюсь. Знаешь, вот самое интересное, что я видел много прохождений этой части DLC, и я ни разу не видел, чтобы эту часть прошли за один раз. Ну да. С первой попытки. Я такого еще не видел. Ну, конечно, спасибо тебе, да, за помощь, но сам факт. Ты имеешь в виду этих псов, что ли? Да, мы все с первого раза прошли. Ой, ты сейчас сглазишь, ой, сглазишь. Нет, мы уже прошли. Ну, мне еще надо будет. Сейчас я уже напрягаться не буду, там я пытался напрягаться. Сейчас я уже буду так, Конечно, давай. Я буду пиздоболить сейчас. Да, потом не буду посмотрим. Не, ну да, там, конечно, сложнее. Все, я тут. Как там эти делали, короче, фантомы? Берут заклинание теплота, заходят к боссу, лечат босса и отправляются в свой мир. У меня такое было, да. Угу. Так же буду тебе делать. Отлично. Все, давай, я жду. Сейчас. Блин, и негде взять даже пару очков, чтобы
75% перегруз. Он так круто туда запрыгивает, да, вот так, хоп, вообще. В гроб. Вообще. Прям как... Ио, оф за бич-бич. Бич-бич-бич? Бич-бич-бич. Бить дракона. Бить-бить-бить-бить-бить-бить. Так, ладно. Ты тут где? Ну я уже поставил, жду. Так, ладно, сейчас буря сотихнет. А знаешь, что здесь еще вторгаться же можно? Да. И синим, и красным, и белым, и вообще любым. О, стихла буря. У меня тоже, кстати. Так, ладно. Кстати, я знаю, куда идти, вне зависимости, будет буря или не будет. Я сразу же сориентировался. Да ты прям про у нас. Всё, ну, давай, я тебе просто сразу скажу, чтоб ты не ждал. Да, давай, тащи, тащи. Ты меня призвал. Как я тебе? Нормально так, нормально. На плюс 5. Броня, вот сюда. У меня, кстати, тоже плащ есть. Оба, вот сюда, оба. Прямо вот иди. Точно? Это твой первый фейл, да? Ну, блин, я у себя посмотрел, нормально было. Тут почему-то криво как-то. Так, ладно, я надену, пожалуй, кольцо жизни. Ну ты же идешь сейчас? Ладно, ладно, надену твое любимое кольцо, милосердие. Не, я имею в виду, ты сейчас топаешь? Или так? Да-да-да. Уже нет. Я тебя потерял. Так, ладно, вот я в дом давай, зашел. Я внутри, давай, забирай ништяк и пойдем дальше. Нифига не видно вообще. Сушеный корень. Да. Давай, я побежал вперед. Увидишь меня по имени. Я тебя ждал, а ты нет. Да, я шучу. Видишь меня, да? Хорошо. Погнали. Побежали. Опа! Так, тихо, стоп. Сзади. Тварь. Нормально. Да, шучу. Нормально. Да. Синхронно так же. Угу, похилился, блин. Так. Надо эту заставлять на... Пост. Так. Да я уже тут наизусть знаю, куда идти. Угу. Рассекающий нос. Погнали. Сейчас еще один будет. Да, вот. Ты что, издеваешься надо мной? О, отлично, и туда иди. Отлично. Смотри, ничего не выпало. Да не, даже если выпало, посрать. Я не гонюсь за предметами. Так, ладно, идем. Я гонюсь за тем, чтобы убить этих ублюдков, отомстить им! Я их ни разу не убивал еще. Они меня убивали. Ты его не убил. Угу. Мастер Маракума. Угу. Сама забита. Так, погнали. Сейчас. Ты что-то имеешь против моего мастерства Маракума? Ничего я не имею, мистер Маракумщик. Муракумчик. Муракумчик. Так, справа фантом, мы его не трогаем. Это вот ты сам убьешь, ты же мастер. Да. Так, так, да ладно. Готово. Давай, давай, мне нужно было вперед бежать. Ой, понятно. Я твои следы просто вижу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Убей. Ну убей ее. Спасибо. Убей, убей.
все. Поверь, мне нужно будет долго лечиться. Ну нет, ты, по-моему, все равно первый. Ладно, папа, фантоки. Так, стоп. Отлично. Так. Мы идем сейчас куда? По сути, должны сейчас идти туда, да. Yes. Да, вот. Так, ты этого замочи. Mm-hmm. Если сможешь. Конечно, можно. Не вопрос. Только он немножко лагает. Конечно. А, лагает. Ой. Эй! Чё это? Сейчас, подожди. Вот теперь можно. Да. Он просто у меня лагал. Я стою сзади него, и... А он хоп и развернулся. Без анимации, понимаешь? Да, так, здесь ничего нету, ладно. Так, тебе нужно сейчас это кольцо взять. Да, погнали. О, смотри, осторожно. Может это было прием? Ну давай. Подожди, только я зачаруюсь. Ой, зря, по-моему, зря. Сейчас. Ой, зря. Давай. Потому что сейчас, знаешь. Я слышу. Ой. Давай, молодец. Ой. Сейчас. Ой. Я лошадку убью. Нет! Блять. Spin to win. Нифига. Нет, ты им все равно неплохо так снес. Сразу. Так, ну ладно, сейчас я двое лошадки. Так, ладно. Ну вот, нахрена нужно было туда лезть, ну, честное слово. Хардкор, чё? Ты обратно сейчас вернешься? Да. Пешком? Не, я умер. А, ты умер? Да ладно, сейчас, все нормально. Пешком. Если бы не лошадка, то все нормально было бы. Не, то тут просто две лошадки уже прибежали. Все, я жду. Мы все равно ему отомстим, убьем его. Все те, кто нас убил, мы их всех убьем. Не боюсь. Ну да. А тех, кого мы обошли стороной? Мы убьем. Сейчас всех убьем. Это будет боль. Ты кольцо надел, да? Да. Отлично, вот. Угу, пошел призыв. Так, все, наверное, только серьезно. Теперь мы будем играть более осторожно. А точнее, ты будешь играть. Да? Так, ладно, все. Забей. Угу. А ты где? Нафига ты резко так появился? Не, ну все на тебя садились. Что? Не надо было одевать кольцо там, было главное. Я не одевал его. Они тебя любят, видимо, да. Они всегда на тебя садятся. Да при чем здесь я? Нахрена нужно было трогать фантома? Он мне понравился внешним видом. У него две алебарды.
хочу себе такого алебарда. Прям очень хочу. Может скоро на ИС-3 будет, да. Нормально. Прибежала, умерла, убежала. А чё вы хотели? Огрести от супчика и пирожка, блин. Так, подожди. Мне надо кольцо же надеть. Да. Ну да. Они такие няшные, согласитесь. Где это? Здесь, да? Ты видишь чем? А, вот. Зараза, у тебя больше выносливости, чем у меня. У тебя сколько? 20. 120? Нет, сейчас скажу. 135. 146. Но ты зато умеешь магией пользоваться. Да я же ей особо не пользуюсь. Есть... Я использую элементальный урон. И мой Маракума. Да ладно, ладно. Нам сейчас туда. Туда? Нет, туда. Вот сюда. Так, ладно, этого пропускаем. Опа! Давай. Нормально. Чего стоим? О, фантом бегает. Да. Ну, пускай я его сейчас парирую. Чё он на мне не агрессивен? О. На, репост. Так, ладно. Пошли. А там Steam. Вон он стоит. Но я сначала свои души заберу. Не, обидно же чё. Осторожно. Где? Давай. Не, Great Curved Sword это страшное. Или Curved Great Sword. Это ужасное оружие. Особенно если их оба. И в двуручном хвате. Так. Он мои души валяет. Так, отлично. Если убьем этого. Понятно. А кто он нанес? Я, по-моему. Не знаю. Прям команды. Игра у нас. Подожди, так, дай забафусь. Подожди, я его сейчас сюда с луком выбью. Давай, да. Что я куда хотел сказать? Ты свою магию не трать. Давай. Я забафусь. Ничего не вижу. Получилось? Да. Примерно. Да, ему. Идет. Давай сюда, внутрь. Давай. Да сюда давай, уведи. Тут стены видно этот все. Где он? Идем. Да сейчас так убьем. Так. Да все. Я отомстил. Не он тебя убил. Тебя убила лошадка. Угу. Сейчас мы тоже я там с ним. Ладно, пошли кольцо заберемся. Так, сейчас появится. Осторожно.
Давай. Ждем. Куда? Куда ты смотришь? Еще, 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 еще. Да твою мать. Давай, давай. Ой-ой-ой. Сейчас я под забегом ударю. Нормально. Бежали, бежали, бежали. Только не упади. Нифига себе. Быстро, да? Ой-ой-ой-ой. Давай. Блин, мне не попал ты ему, да? Нет. А ты отомстил, молодец. Ну. Все, пошли. Вон там. Ты заметил, что когда сюда добираешься, то тут нет такого ветра? Да, видишь, он сразу исчезает. Сейчас самое сложное. Интересно, как эта локация выглядит в школяре? Вообще ни хрена не видно. Да, там же еще, наверное, хуже. В плане освещения. То есть слишком ярко еще. Короче, не знаю. Посмотрим. Так. О, я уже слышу. Давай. Сейчас грипп Элизабет сразу подготовил. Все-таки последний бой. Я тоже. Давай, все, что у тебя есть, давай, все, готовь. Все, убирай там себе говно. Все летит. Ну я уже, у меня уже все есть. Я даже сейчас зеленый цветок снял. Зеленый цветок. Нет. И. О! Сушеный корень. А он много здоровья восстанавливает? Он надолго восстанавливает здоровье. Долго. Давай, сушеный корень я использую. Подожди, мне его надо заменить на старое перо. Да нет, ты просто его сразу из сумки юзай. А он ее долго ест или как? Не, быстро. Тогда, значит, я прям перед да боем... Да сейчас буду. Давай, съел и пошел. Он долго баф, долгий баф. Все, пошли. Бафайся еще раз. Еще раз? Давай. Да, давай. Да нормально, хватит. Да, пошли. Да ладно. Там бафнусь. Знаешь, он как медленно восстанавливает говно, блин. Так, смотрим. А, тебе. Не-не-не-не-не-не-не. О, да, я понял. Я поздно сказал. Ничего, ничего, ничего. Да, он подлагивает. Ого! Подожди, это точно New Game Plus? Должно быть. Будешь это у меня спрашивать, когда убьем? Если вообще убьем. Ой-ой-ой-ой-ой. Я походу сейчас сдохну. Не трогай меня. Меня не трогай. Ой. Лечись, братан, лечись. Живой? Да-да-да, живой, нормально. Я грипп Элизабет ем, всё, давай. Угу, хорошо. Идем сюда, давай. Я жду, пока она от меня отвяжется, чтобы я забафнулся. Все, давай. А, не-не-не-не-не-не-не. Нифига меня задело, нормально. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Есть, я бафаюсь. Что-то как-то очень быстро легли они. Легла первая, вообще быстро. Ну, ты, а ты что хотел? Моя рапира, баф, баф, баф. Твоя марафума, баф. Твоя марафума. Так, фулл хп должно быть. Что-то стоит. Она у меня стоит, зараза. Походу, ее мне сейчас отключат. А, блин.
офигенная ситуация. Ну супер. Справишься? Да, да, не бой. Ёбаный. По-моему. Не туби меня, пчёлка. Молодец. Сейчас запах снимется. Опять у меня там проблемы. Ну, проблемы и с интернетом, и со скайпом. Я думаю, что это у тебя. Давай, 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 давай. Последний выносим с удар, ну. Да. Ну, давай, давай, давай. Все, есть. Да. Молодец. Там был момент, она вообще стояла, она, он, не знаю, я не увидел. Вообще стояла постоянно. И я вижу, что сейчас меня, походу, отключат. Я просто нанес ей 4 атаки, ну, 4 удара. И я потом вижу, когда ты начал уже, ну, грубо говоря, двигаться, я вижу, как хоп, и просела полоска у босса. А, да, кстати. Фух, вот жестко. У меня последний удар, у нее там вообще уже не было здоровья и все. Вообще, ну вот я не знаю, в чем это. Или это в интернете, или это... Не, это у меня в интернете, у меня написано, что поэтому соединение со Steam вообще... А, у тебя соединение со Steam пропало, все, я понял. Все, я тогда торможу запись, всем спасибо, что смотрели. Да, всем спасибо, эпичный бой вообще был в конце. Ну да. До свидания. Всем пока.